Всем здорово, народ, с вами Рокут, я тенераем руку, нравится Сив Крафтер. Или Сайф Крафтер. Я не знаю, как это слово правильно читается. Накипатинг представляет. Вроде это кликер. В описании было написано, что это кликер. Ну ладно. Тутру. Форума. Я не знаю. Короче, первый раз тут его запускаю. Хотя. Ну да, первый раз. Крафт. Крафт-то что-то будем крафтить. Дерево, какие-то яблочки, что это? А, это пища, дерево ко мне. Это что за симулятор Warcraft'а пошел? Смотрите, желе для тружеников. Точнее, прям сюжет Warcraft'а любого. Что ты добываешь, строишь и воюешь, знаете. Ну, я вообще не любитель крикеров. Тоже где-то игру на 10 минут пишу. Косить, чтобы создать тружеников. Слышь, население, работать. Крестьянин. Собрать пищу, собрать дерево, камни. Давай камни. Все, давай. У меня там хай один камень собирать, я тут все буду забирать. Тра-т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 а. Слушай, мне что-то как-то эти гребаные лесорубы даже не помогают. Почему я добываю камень, ну. А, дерево, вот. Это у меня пища уходит, ё-моё. Слышь. Правление всемогущего ЦС. Слышь, какой ЦС? Я себя так не называл. Так, минус 20 яблок. Новые палаты, новые палаты. Все строим. Новых бомжей берем. Давай, крестьянин, нам нужна пищеводная продукция. Давайте пищи немного добавим. И немного по деревцу, камнюцу. Так, сколько надо? Сколько надо же на какой-то череп? Где я вам его добуду? Реально, где я вам череп добуду? Металл, кожа, вера. Еще руда. Это шкура. Да? У меня две шкуры, все. Мне надо 20 еды. Все. Еще одного крестьянина. Чтобы мне пищи было, ну, больше. Так, давайте. Так, для следующего домика мне надо две кожи. Как мне кожу? Да можно как-то выдавать? Забор урожая. Не в сети. А, нужен интернет? Нет, туда идите в задницу. Везде где-то нужен интернет. Кстати, музыка классная. В этой игре. Так, давайте, я ни одного еще шахтера не нанял. Хотя мне просто нужны эти гребаные добытели пищика. Так, могу еще поставить 2-3. Короче, палатки поставлю. Пища, блин, они много едят. Поэтому давайте добывать пищу. Дайте бомжа. Всех под чуть-чуть. Еще. Ну, как-то много хаваете, знаете. Еще. Шахтеры пусть будут. Не, надо больше этих давать, которые добывают пищу как раз-то. Давайте еще пищу моего чувака. Как он, крестьянина. Ну еще тяжело еда добывать в этом мире. Ну, крестьянин. Все, пусть мне больше крестьянина будет. У меня уже переизбыток камня. Давайте еще крестьянина. Будем сейчас крестьянина нанимать. Пусть мне пищу добывать. Нормоеды. Так, крестьянин. Да, давайте еще камни подобываем. Еще пищи. Так, не можем. Палатки, 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 палатки. Я смотрю, тут они просто понадобывали всего. И теперь за них накидаем. Крестьянин до 10 улучшаем. Дайте пищу на 100. Пищу на 100. Давайте, говорю, крестьянина на максимум. Все, десяточка. Можно еще нанимать. Да. Дайте до соточки тоже. Камни там сколько можно. Сколько можно камня? Я не знаю, 200, наверное, тоже. Давайте еду.
там будем добывать. Блин, я два пальца просто зажал на одной хавчике. Вот это вот быстрый фарм хавчика. Пацаны, что-то траву какую-то там еще добывать. Так, ладно, окей, нанимаем сколько можем. Там лесорубов, бомжей, я не знаю, вот всякие пучоку понанимаем. Куча домиков еще поставим. Что еще? Я хотел бы это поставить, но сказать, все, чувак, это... Нельзя, нельзя, фу-фу-фу. Сундук какой-то, а торговля, помощь. Понятно, что ничего мне не понятно. Но тебя знаешь, что больше дармоедов стало. На еду. Все, 200. Больше бомжей. Че их так мало? Да, пища вообще теперь уходит вообще моментально. Пищевая продукция уходит в избыток. Давай, шахтеры. Чем мы с ними сужать? Чего их так становится меньше? Я думаю, охотники. Хотя, какие охотники, Дима? Да, я не знаю, они очень много жрут. Очень много жрут, поэтому хотелось бы нанять еще таких людей. Эти палатки понаставливаем. Пока есть что-то, давайте понаставливаем. А, может, из-за того, что у меня палаток было вообще мало, из-за этого они как-то, типа... Хотя хрен его знает. Как они тут все равно жрут. Давайте еще палатки. Непонятно. Так, давайте больше людей наймем на крестьянские работы. Покажем, мы должны быть в прибыли. Ну, мне так кажется. Это хрен его знает, если честно. Но пока что в минусах я ничего не вижу. Я вижу только, что у меня переполнены карманы едой, водой и всякой херней. Так, ладно, давайте купим куча бомжей и на шахту их, на шахту. Ну, еще эти домики мы наставливаем. Так, ладно, что-то ничего не изменяется. Да, нужно опять покупать крестьянинов. Так что, это такие дела. Давай, что-то с шахтерами. Ладно, ребят, я думаю на этом заканчивать, потому что ничего не изменяется, так что ну, всем удачи, всем пока.